Справляют дни рождения, по-разному бывает. Кто любит просто дома, кто в гостях, кто в кабаках. А я свой день рождения на улице исправляю. С фуфурика в кармане и с гармошкой в руках. Зачем мне рестораны, там два счета обсчитают. А дома гости наглые, да и жена шипит. А так, стою на улице, стою себе, играю. И жду, когда волшебник вертолет прилетит. Пою с улыбкой на лице, и не понять прохожим, зачем стою на улице с такой веселой рожей. Стою, пою, ж битый час, рука играть устала. Уже пол-литра скушал я, волшебника все нет. Чего это трудно вдруг у нас с волшебниками стало? Шалят сегодня мужики, не знаю, в чем секрет. Я так играл, что ж вспотел, промокла вся рубашка. И я занюхал огурец, еще пол-литра съел. И вот, гляжу, уже стоит со мной рядом Чебурашка. И рожи корчит мне, подлец, ну в корень обнаглел. И тут скричал ужасно я, и топнул я ногою. А ну-ка, тварь, говорю, ушастая, оставь меня в покое. А он хихикнул и пропал, и появился сзади, и уколол меня про хвост рогами прямо в бок. И я на грудь еще принял стакан, сноровки ради, хотел поймать ее за хвост, но он уже убег. Но ничего, мы встретимся, и пусть не ждет поблажки, подумал я, опустошив еще один бокал. Ведь ежели, кажется, тогда вроде ентой самой Чебурашки начнет наглеть, подумал я, подумал и упал. Часть вторая называется «Пробуждение». Я лежу и вижу, вдруг подлетает прямо к телу голубой вертолет. И пропеллер синим светом мигает, и в нем волшебников сидит целый взвод. Я навстречу к нему, мол, здорово, ребята, доставай скорей презент, провиант. А навстречу мне волшебник усатый, симпатичный в звании младший сержант. Он к мне в волшебной форме подходит, я привстал, он руку мне подает. Тихо так обнял и с улыбкой заводит в ен тот самый голубой вертолет. Вот же, думаю, дождался успеха, сейчас начнут подарки мне раздавать. Они мне из свиньи в человека, полетим тебя сейчас превращать.